2024 год, как известно, объявлен годом семьи, потому особое внимание сейчас уделяется демографической и семейной политике. Президент России Владимир Путин установил на федеральном уровне единый бессрочный статус многодетных семей. Это позволяет предоставлять основные льготы и выплаты в общем формате для всей страны. В Тверской области многодетные семьи получили удостоверение нового образца. Все подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Тверская область стала одним из первых регионов, где стартует выдача удостоверений многодетной семьи единого образца, действующих на всей территории России. Семьи могут использовать его для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей стране. Одними из первых новое удостоверение получила семья Веселовых. Отец семейства – регент церковного хора, мама – хранительница домашнего очага. Любит путешествовать всей семьей, а также посещать культурные мероприятия. Дмитрий и Светлана воспитывают шестерых сыновей и сейчас находятся в ожидании нового чуда. Радуемся, что Бог дает нам деток. Вот сейчас, по милости Божией, ждем 7-го ребеночка. Не знаем пока, кто еще, но если будет девочка, будем рады. Мальчик тоже будем очень рады. Стараемся отслеживать все меры поддержки, пользоваться ими. Очень благодарны, что в последнее время очень много заботятся о семьях, особенно в Тверской области. О некоторых мерах поддержки даже с гордостью рассказываем нашим родственникам в других регионах. Или, например, что-то рассказываем, они говорят, а это только у вас в Тверской области. Многодетным семьям полагаются разные льготы. Скидки на услуги ЖКХ, бесплатные земельные участки, льготные кредиты и дотации, бесплатный проезд, бесплатное посещение государственных музеев и культурных мероприятий, обеспечение детей школьной формы, сертификаты на покупку автомобиля и прочие компенсации. Губернатор Тверской области Игорь Рудени отметил важность мер поддержки молодых семей. В Тверской области приняты соответствующие изменения в региональные законы. Демография – это залог успешного будущего нашей страны. Ключевой задачей нашей общей работы является поддержка многодетных и молодых семей, улучшение демографической ситуации. Всего в Тверской области реализуется более 50 мер для семей с детьми. Теперь многодетная семья может получать меры социальной поддержки до достижения старшим ребенком 23 лет, если он очно обучается в вузе или колледже. Список документов, предоставляемых для получения или замены удостоверения, остается прежним, но необходимо будет прилагать справку об обучении в очной форме в образовательной организации. Такую справку предоставлять необходимо ежегодно, до 15 сентября, для подтверждения факта обучения ребенка. Впервые подать заявление на оформление или замену удостоверения старого образца можно через портал госуслуг. По ранее полученному удостоверению меры социальной поддержки как предоставлялись, так и будут предоставляться, но продлить данные меры соцподдержки необходимо будет получить удостоверение нового образца. Обратиться за удостоверением можно как на госуслугах, так и в любой филиал МФЦ. Единственное, при обращении на госуслугах к нам в центр выплат «Тверская семья» необходимо будет приехать с фотографиями и получить удостоверение. И такая система значительно сократит временные затраты заявителей, поскольку в региональных отделениях МФЦ удостоверение будет не только выдаваться, здесь же будет производиться его подготовка. В конце 2023 года в Тверской области насчитывалось 14 902 многодетные семьи. В результате законодательных изменений, принятых в год семьи, количество семей, которым полагается действующая система поддержки, увеличилось до 18 730.